О! Ну чё, продолжаем. HL2 Vermont. Давай, погнали. О! Только давай на этот раз поровнее. Я же себя сейчас собью, блядь. Я так понимаю, это как горох об стену, да? Ясно, я понял, это как горох об стену. Твоё любимое. Я знаю, что тебе надо 4. Вот все. Угу. Вот тут даже специально для меня положили. А что с этим делать? Все? Накидали тут свалку, блин. У меня полный боезапас и ракетный. Надо было сразу так его. Так, машина, наручник. Аптека. А там чё? Отдай. Ясно, одни аптечные. Фары, хочу фары.
И как просить мне этой херни избавиться? Блять, прилипал их. Давай пойдем этих подлутаем. Че тут? О, это мне нравится. Это я люблю. Не, ну дробовик тут шикарен в таких ситуациях. Чё тут? Секреточки нету. О, это тоже тема. Что еще? Тихо, кто еще? Давай, жду. Ну, вроде все. Вроде все. И все равно мне как-то этот СМГ больше нравится. Давай, погнали за машиной. Поедем дальше. Надо тут покурать. Давай. Развернемся. И с разгончика. Вот так. Все, четенько. Ага. А здесь типа я так просто не проеду, да? Повезло кому-то. Давай, как тебя вырубить? Так, провода туда идут.
Опять все засранцы. Так, блять. Все, сломались? Тоже мне. Так, а ты типа питаешься от этой херни, да? Бля. Чем бы тебя еще уничтожить? Так, машину снес. Можно с Фейтель проехать. Кстати, вот еще пару бочек было. Можно их задействовать. Было. Ну-ка. Сейвик. Погнали. Я хочу сюда зайти. Чего у нас тут? Да ничего у нас тут. Ну что, пошли, проверим. Еще какие? У вас проблема. Еще какие, я бы сказал бы. Я слишком дофига сохраняюсь. Но зато не придется бегать далеко. Давай. Все.
Ну, ракеты у меня полные. Кто там так дышит? Братан, корон мне. Не получилось. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Вот зачем я сохраняюсь. Чтоб такой херни, блять, не происходило на ровном месте. Так, ну я что-то уже осматривал. Нет, тут еще не осматривал. Ну здесь, в принципе, ничего такого и не было. Хилка, которая мне не нужна даже. О, блять. А когда мне его успели выдать? Блин, прикольно. Глаза целится. А, все, понял. Ты там как? Подбил его. Так, ладно, чё, короче, дальше? Туда идти, да? А тут я не пройду. А тут я не пройду. Да, что ли, заехать? Давай, поехали. Слушай, а не заеду я сюда, да? Не, заеду, вон дорога. Сзади не запах, блять, сука. Стопы? Опять загадки, да? Типа мне эту хрень надо отключить, да, или что? Ладно, надеюсь, с моей тачкой ничего там не произойдет. Я тут бегаю, смотрю, узнаю. А ну тут мне, короче, о, дверь. Мелкий хэдхаб засранец. Ты ж один там был? Слушай, я схожу-ка я тут разведаю, а? Может, опять какую-нибудь секреточку найду? Так, ну тут я вижу тупик, значит туда смысла идти нету, да? Просто обойду, блин. Ради того, чтобы обойти. Все, понял. Вопросов больше не имею.
Так. Ну не просто же так мне ракеты даете, да? Ну и не просто. И тут мне типа надо пройти. Боится, когда хочу, тогда могу, да? Тогда попадаю. Ну чё, понеслась? Легких путей не ищем, да? Ну, сейчас потихонечку доберемся. Главное вниз не сорваться. Ну, вот мы и тут. На хэдквал жалко это тратить, я бы так. Бля, где ракетница? Вот ракетница. Угу. А я-то машину оставлял. Ну, значит, нет машины больше у меня. Балансируем. Все, отбалансировал свое. Серьезно, отсюда? Там сохраниться надо будет, когда иду. Ой-ой-ой. А у меня тут батарейка уже садится, оказывается. Подожди. Давай ты отлагаешь. Я думаю, там каких еще 15% хотя бы, чтобы записать. Ломак, блядь. Ты что делаешь? Так, вот здесь опасное место. Блядь, тут же можно было пройти. Ой, слепой. Ладно, не пойду уже туда. Фу! Это было близко.
Ты сохранил, блядь? Вот теперь я вижу, что сохранил. Блин. Два ломага. Все, ломага закончен. Цапнули. Давай, короче, туда пропрыгаем. Хочу знать, что у нас тут. Я тут у нас более простой способ добраться до места, куда надо. На определенно. А там внизу что? Да ничего там. Да? Ну, вроде да. Давай, я хочу кого-нибудь пригвоздить уже. Это неудобно. На большем высоте, как я. А так прикольно. Или вот так вот прям целится. Он что-то вообще прям пикселит. Вот с этим я уже хорошо прощаюсь. А что если мы... Это, короче, можно было их сразу так убить. Блин, как я теперь наверх поднимусь? А мне, наверное, туда и не надо, да? Особо. Кто там? Подожди! Ну, не так уж много его не и сняли. Я понял. Не, конечно, можно было сюда запрыгнуть. При всем желании. Что-то не защищает вас это ваше силовое поле. Блять, кто там? Ты? Пошел-ка я. Не, он так, блять, нечестно. А так классно. Все, давай заряжайся там. Я сохранюсь. И, короче, ребята, такое дело, блядь, мало зарядки на Окулусе, блин.
Надо будет небольшую паузу сделать и зарядиться, короче. Всем спасибо, люблю вас, целую. До встречи в следующей серии. И лайкосики, подписки, конечно же, комментарии приветствуются. Всем пока.